И буквально месяц назад, когда уже просто стало невыносимо жить, а у меня ребенок инвалид по заболеванию, по которому ему внешние шумы полностью противопоказаны. Я писала, стала обращаться к Денису Владимировичу, конкретно замдиректору Итяева, по соцвопросам, и по переселению в СУЭП. На что он мне просто единственное ответил: ну потерпи, ну что, ну так бывает. Ну потерпи. А потерпи сколько? Он не стал. Я ему сказала, мы же тебе сказали, в апреле заменим, может в апреле чуть больше, чуть меньше. Я говорю, а давайте я пойду к вам жить, а вы ко мне. Да. Ребенок, все? Ребенок бывает в 3 часа ночи, в 2 часа ночи. Из-за шума просыпается, устраивает истерики, кричит: мама, сделай хоть что-нибудь, чтобы это прекратить. А что я могу сделать? Ребенок впадает в истерику, приходится принимать сильнодействующий препарат. И потом мы идем лечиться либо к психиатру, либо к неврологу. Постоянно сидим на препаратах.